Привет, друзья, это истинный следователь. Про капитальный ремонт немножко хочу вам рассказать. Вот видите, дом блочный, его покрасили снаружи, или это штукатуркой обмазали, но слой не толстый. Видите, шов внизу, который блоки вообще не замазали, но между блоками цемент они не вытаскивали, который в труху превратился. Я думаю, так, снаружи помазали вот этой замазочкой серой. На самом деле, дому, если он 65-го года, ему около 50 лет, то получается два капитальных ремонта минимум. То есть капитальные ремонты – это замена всего оборудования, труб, проводов, протяжка, где нет заземления, окон, батарей. То есть два раза уже сейчас, второй раз уже нужно было сделать капитальный ремонт. И многие дома блочные рассчитаны на 50 лет, а не на 100. Конечно, они могут простоять и 100, и 200, но 50 – это уже нормальный срок. Сделаны не фигово, сами блоки и их сварка между ними, арматура идет и сварка, они проржавели, никто вот эти сварочные места не проверяет. То есть получается максимум два раза капитальный ремонт, либо я просто делал бы в 25 первый капитальный ремонт. Ну, либо как сломалось, на самом деле, дата не важна, как что-то замусорились трубы, холодные, быстрее не замусориваются, ржавчина появляется, горячей воды ржавчины почти что нет, вот, потому что реагенты добавляют специальные, то есть холодную можно менять, а горячую оставить, например, если она в хорошем состоянии. Я видел, что и в хорошем состоянии через 50 лет бывает. Стальные трубы обычные, даже не оцинкованные. То есть вас обманывают просто. Вот фактически дом, таких миллионы. Вместо того, что сейчас 50 лет уже снести его, построить новый, вам делают косметический ремонт под видом капитального и собирают огромные платы. Это там, например, около 5 тысяч, при пенсии 10 тысяч рублей минимальной, то есть 50% минимум от пенсии уходит. Это вас обманывает, не верьте никому, кто начнет врать там про какие-то 100 лет, и что косметический это ремонт капитальный. И также квартплата, в общем, она, конечно, должна быть не более 10%. 10% от прожиточного минимума. То есть, например, он 8500, либо в некоторых городах 6500. То есть полностью вся квартплата, но обязательные платежи, от которых отказаться нельзя, она должна быть, считайте, 650 рублей. Не больше. Тогда вам будет безразлично, вор, не вор сидит у вас в доме. То есть проблемы с жильем решить очень просто. Основные направления я и рассказывал, и сейчас рассказал. Но вот видите, покраской домов занимаются вместо реальных дел. Но просто информацию найдите нужную и не верьте гнидам всяким, которые хотят вас обмануть. И еще, конечно, кучу новых домов построили, и они говнево сделаны, тонкие стены. Ну, все тонкое, металл тонкий. Поэтому получается, что если стоит дом 50-летний, то новый дом может быть хуже. Там, конечно, трубы, проводка получше, обычно медная, с заземлением. В старых домах заземления нет. Но может быть и просто очень тощие стены. Например, 15 сантиметров стена – это очень тонкая. Шумно, холодно. Окошки большие, например, тоже вредные, они и тепло пропускают, и холод. То есть надо смотреть конкретно. Но, как я видел, строится в основном вот это эконом-жилье. Оно очень хламовое, стоит от 5 миллионов.
квартиры. Это очень дорого, на самом деле у людей и таких денег нету, а кредиты, ипотеки, это все херня, это тоже вас обманывают. Государство, строй прекрасно может такое говно раздавать, вот это вот блочное, и без ипотек. Ну почему бы не взять с дуриков деньги? На этом все. Пока, ребята. Это был истинный следователь. Это не капитальный ремонт. И вас все время обманывают.